Продолжаем эфир. Онлайн-мошенники добрались до Telegram. Они рассылают казахстанцам ложные уведомления об удалении аккаунта, а получив от владельца логин и пароль, вымогают деньги за восстановление доступа. Телефонные и онлайн-аферы – это почти 43% всех случаев мошенничества. Чаще всего по-прежнему звонят из службы безопасности банка. Какой выход нашли в МВД, расскажет Валентина Леонова. Здравствуйте, я являюсь специалистом службы безопасности банка. Связываюсь с вами, так как была подана заявка на смену вашего финансового счета. В данном случае я уведомляю вас, что мы приостанавливаем работу вашего личного кабинета до выяснения обстоятельств. Это один из распространенных сценариев, на который мошенники могут полагаться, чтобы получить доступ к вашим картам и счетам. Сегодня сложно найти человека в Казахстане, кому еще не звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками полиции, банка или родственниками, попавшими в беду. Девушка, назвавшаяся Индирой, потеряла деньги, которые копила на квартиру. По ее словам, все произошло как в тумане. Многие предупреждают и предупреждают. Не знаю, как повелась. Думала, со мной никогда такого не произойдет. И, к сожалению, поверила и передала ему всю нужную информацию. В результате со счета ушли все мои накопления, а это 2 миллиона тенге. Не так давно в мессенджерах рассылали фейки от имени экс-премьер-министра Алихана Смаилова, министра культуры и информации Аиды Балаевой и членов правительства. Ранее в Павлодаре граждане получали звонки и сообщения якобы от акима области Асаина Байханова. Писали казахстанцам и от имени акима Алматинской области. Полицейские совместно с Казахтелеком внедрили новый метод борьбы с мошенниками, который действует из-за рубежа. Теперь преступники не смогут дозвониться на казахстанские городские номера. Специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку. С начала года заблокировано свыше 2 миллионов таких звонков, что позволило не просто снизить уровень телефонных мошенничеств, но и полностью их остановить. В прошлом году пострадало более 900 граждан. Они понесли ущерб почти на 2 миллиарда тенге. С момента внедрения системы, уверяют полицейские, пресекли свыше 43 миллионов попыток таких соединений. Количество пострадавших сократилось более чем в 2,5 раза. Полицейские просят людей проверять любую информацию, особенно в вопросах финансов. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Информбюро, Павлодарская область.